Как и обещала, обзор заказа и подарочков своих. Заказала вот такой маникюрный аппарат. Очень все цивильненько. Вот здесь вот есть такой вот такой вот аппаратик классный. Здесь у нас насадочки все, которые нужны. Вот в таком вот контейнере. Аккуратненько. И сам аппарат. Классный аппарат, очень удобный. Сделан как 3D-ручка. Форма, то есть удобная для того, чтобы держать. Две скорости есть тут. И работает от двух батареечек. Вот сегодня буду уже пробовать этот маникюрный аппарат. И, конечно же, инструкция на нескольких языках. Вот такая вот штучка. Очень нужная. Потом по акции пришла вот такая бутылочка. Очень крутая. Мне нравится, что она есть. Вот у нее здесь фиксатор, чтобы крышечка не открылась вдруг нечаянно при нажатии кнопочки, потому что она открывается нажатием кнопочки. Вот тут такая кнопочка, нажимаешь, и она открывается. Вот такая удобная поилка. Вот, закрылась, и фиксатором зафиксировалась. Вот, чтобы при нечаянном нажатии на кнопочку не открылась крышечка и не вылилась. Очень удобная шлейка, широкая. Вот, здесь силиконовая вставочка для того, чтобы не скользила бутылочка. И цвет очень приятненький. Сегодня вот пойду уже на тренировочку с новой бутылочкой. И ребенку такую же заказала бутылочку. Дальше из подарочков. Классное вот такое вот косметическое зеркало с подсветкой. Это не очень дешевое удовольствие, если его покупать. Вообще оно пришло вот здесь вот. У меня накладная даже есть. Вот, зеркало с подсветкой. 1 рубль. И здесь еще вот три нога можно увидеть. Тоже 1 рубль. Вот такое вот крутое зеркало. Оно регулируется. Его можно хоть как-то покрутить. Да? Еще есть в комплекте вот такое увеличивающее в 5 раз зеркало. Удобная подставка широкая. Здесь можно разложить косметику. Еще подсветка работает как от USB, от розетки, так и можно от батареек. Туда вставляются батарейки. Очень классная штука. Вот так включается сенсорная подсветка. Вот видно, да? И выключается. Очень классное зеркало для макияжа. Еще из подарков. Вот такая крутая спортивная сумочка Puma. Сейчас мне как раз очень актуальна. Обновочка для тренировок. Она была у нас тоже по вот такой вот акции. Вот я ее получила. Тоже за 1 рубль. Вот здесь можно увидеть спортивная сумка Puma. 1 рубль. Очень крутые подарочки от компании, конечно. Ну и тоже очень классная штука. Это тренога тоже по акции. Я уже показывала, что тоже пришла тренога за 1 рубль. Это для, можно сказать, профессиональной съемки. Да? Вот такая вот здесь держатель для камеры есть, для телефона. Вот в таком чехле сама тренога. Вот такая тренога. Очень удобная вещь для тех, кто снимает сторис, кто выходит куда-то на природу, да, для съемок. Ножки у нее выдвижные, то есть она выдвигается на 1,30 м, по-моему, самая большая, высокая. Вот, либо можно вот такую настольную делать. С уровнем, видите, уровень тут, для выравнивания, ну, изображения, да, чтобы ровно стояло. Вот такой вот штатив, очень удобный. По акции в подарок.